Мы сражались на изуродованной, почерневшей земле, а позади медленно оседал гриб атомного взрыва. Но мы были живы, в отличие от Беннона и его отряда. Их жертва помогла остановить русских и спасти Форт Теллер. Чтобы спасти город, пришлось его уничтожить. Но в тот момент этой иронии мы не оценили. Излучение после взрыва подавило радиосвязь, и остатки нашего батальона оказались разбросаны по округе. Связь с полковником пропала еще раньше. Скоро каждый оказался сам по себе. Мы пытались собраться вместе и уничтожить русских. Взрыв получился мощнее, чем предполагалось. Мы думали, что самое худшее уже произошло. Какими мы были наивными. Паркер, ответьте Уэббу! Вы меня слышите? Собирайте своих людей. Встречаемся у старой мельницы возле брода. Паркер, будьте осторожны. В этом районе хватает русских. Вы можете попасть в засаду. Рации вышли из строя, и я не был уверен, что вы получили сообщение. Вы еще и машины отремонтировали? Это просто дар божий. Посмотрим, может, вам и с моими что-то удастся сделать. Ремонтники, приведем в порядок. Интересно, что творилось в голове у Беннона, когда он принял это решение? Все, кто пошел с ним, герои. Ремонтная машина готова. К бою готов. Веду ремонт. Выдвигаемся. Yes, сэр. Мы готовы. Боже, надеюсь, нам больше не придется применять ядерные бомбы. Одного раза более чем достаточно. Ремонтная машина выдвигается на позицию. Отремонтируем. Готово выполнить. Веду ремонт. Необходимо собрать всех наших людей и восстановить связь с полковником. Я уже давно не могу с ним связаться. Движемся на юг. Делайте все возможное, чтобы сохранить технику в приличном состоянии. Избегайте противника. В бою вам не выстоять. Кстати, Паркер, вы славно выступили в районе Cascade Falls. Плохо, что мы потеряли связь с отрядом Беннона, но вроде бы с ними все в порядке. Едем. Интересно, как дела в Сиэтле? Я уже несколько недель не слышал никаких новостей. По всему, что мы знаем, возможно, Европа уже захвачена. Выдвигаемся. Yes, сэр. Мы готовы. Ремонт на... Русские! Укрытие! Уничтожить их! Выдвигаемся. Держитесь вместе! Открыть огонь по целям! Контакт на севере и на юге! Открыть огонь! Ничего, Паркер, мы справимся. Главное, следите за тем, чтобы мои танки были на ходу. Вот же упорные ублюдки. Такая настойчивость достойна уважения. Мы ждем приказ. Выдвигаемся на место. Вперед. Бред, заводи мотор. Быстрее. Выдвигаемся в заданную точку. Русских надо уничтожить. Нет, приведем в порядок. Слушаю, сэр. Черт побери, обойдите их! Маневрируйте и не прекращайте огонь! Веду ремонт, ждем. Начинаем ремонт. Едем. Почему они не сдаются? Мы уже сбросили на них ядерную бомбу. Должно быть, это танки батальона Уилкинса. Интересно, где же его основные силы?
Как бы то ни было, Паркер, ваша задача ясна. Отремонтируйте эти машины и брошенные русские танки. Нам пригодятся любые резервы. Приведем в порядок убийц. Слушаю. ВТР, вступай. Большая удача, что вам удалось найти этот ремонтник. Не знаю, Паркер, что бы мы без вас делали. Заводи мотор. Вперед. Ремонтники на... Ремонтная машина в пути, сэр. Ввиду ремонта. Готовы выполнить приказ. Ремонтная машина в пути, сэр. Ремонтный отремонтируем. Нет, сэр. Ввиду ремонт. Мы готовы к бою. Техники в поле. Нас атакуют. Паркер, не лезьте на линию огня. Почините машины. Ракетами. Вперед. Есть. Готовы выступать. Русских надо уничтожить. Бредли здесь, сэр. Враг на прицеле. Слушай, выдвигаемся на место. Ремонтники ждут приказа. К бою отремонтируем. Мы двигаем, движемся. Паркер, кончайте шарахаться, займитесь ремонтом. Чем дольше мы тут торчим, тем опаснее. Неподалеку отсюда разведка обнаружила брошенную технику русских. Говорят, там есть орудие и ремонтная машина. Паркер, ваша задача обнаружить эту технику и выяснить, можем ли мы ее использовать. Оставьте здесь кого-нибудь, чтобы продолжить ремонт. Нет, сэр, мы готовы. Веду ремонт. БТ, едем, сэр. Выдвигаемся. Ремонтная машина готова. Начинаем ремонт. Выдвигаемся на позицию. Брэдли в пути. Двигаемся. Мы ждем. Выдвигаемся в заданную точку. Приведем в порядок. Одним противником. Ремонтники здесь. Слушаю. Техники в пути. Ремонт. Вы их нашли? Отлично. Почините технику, и она ваша. Ремонтная машина готова. Ремонтная машина в пути, сэр. Едем, сэр. Двигаемся. Брэдли, едем. Едем. О, Паркер, а я и не знал, что вы читаете по-русски. Или, может быть, просто хорошо разбираетесь в технике? Едем, двигаем гусеницами. Двигаемся. Танк ждет приказ. Двигаемся. Заряжаю ракету. Yes, сэр, мы готовы. Пускаем ракету, сэр. Брэдли на связи, сэр. Ракета наведена. Ждем огонь за врагу. Брэдли ждет приказа. Слушаю, сэр. Ждем ваших приказ. Враг на прицеле. Бою отремонтируем. Мы готовы. Веду ремонт. Ремонтники здесь. Ремонтная машина в пути, сэр. Брэдли готов выдвигать. Вступаю в бой. Вы их нашли? Отлично. Почините технику, и она ваша. Ну что, Паркер, как идет ремонт? ВТР атакует врага. Выдвигаемся. Есть. Готовы выступать. Приведем в порядок. БТР на свет. Выдвигаемся на позицию. Двигаемся. Двигаем гусеницами. Ремонт. Заводи мотор. Начинаем ремонт. Ремонтный транспорт. Выдвигаемся на позицию. Двигаем гусеницами. Yes, сэр. Мы готовы. Yes, сэр. БТР в пути. Солдат убит. Нас атакуют. БТР вступает. Враг. Враг на прицеле. Мы под обстрелом. Yes. Готовы. Техники в пути. Слушай, заводи. Вперед. Вперед. Брэдли ведет ответный огонь по врагу. Начинаем ремонт. Приведем в порядок. Вы их нашли? Отлично. Почините технику, и она ваша. БТР на связи. Ракета пошла. Вражеский танк горит. Ремонтная машина готова. Yes, sir. Отремонтируем. К бою готов. Веду ремонт. Ремонтники на месте. Ремонтная машина в пути, сэр.
Yes, сэр. Брэдли меняет позицию. Подвигаемся на позицию. Приемник, спит. Ремонтный отремонтируем. Мы готовы к пункту. Едем, сэр. Мы готовы. Ремонтная машина в пути, сэр. Yes, сэр. Выдвигаемся. Брэдли, едем. Движемся. Выдвигаемся. Брэдли в пути. Брэдли меняет позицию. Выдвигаемся. Yes, сэр. Потеряно. Маркирую нашу позицию. Заводи мотор. Ремонт. Начинаем ремонт. Одним противником меньше. Ждем приказа. Ракета пошла. БТР вступает в бой. Нас атакуют. Ждем приказа. Приведем в порядок. Ремонтники здесь. Техники в пути. Танк подбит. БТР. Навожу на цель. Слушаю, сэр. Приведем в порядок. Начинаем ремонт. Противник убит. Yes. Готовы выступать. Техники в пути. Ждем приказа. Начинаем ремонт. Техники в пути. Двигаем. Едем. Мы едем. Едем. Ремонтная машина готова выполнить приказ. Yes, сэр. Мы готовы. Двигаемся. Yes, сэр. Мы готовы. Выдвигаемся на позицию. Выдвигаемся. К бою готов. Двигаем гусеницами. Враг на прицеле. Враг убит. Мы потом... Ремонт. Начинаем ремонт. Двигаем. Отремонтируем. Выдвигаем. Движемся. Ремонтники на месте. Ремонтная машина в пути, сэр. Ремонт. Едем. Готовы выполнить. Отремонтируем. Мы готовы к бою. Ремонтная машина в пути, там, сэр. Двигаем гусеницами. Yes. Двигаем бою. Двигаемся. Противник уничтожен. Так, движемся. Движемся. Мы на прицеле. Yes. Заводи мотор. Двигаем путинцами. И приведем в порядок. Веду ремонт. Да, едем. К бою готов. Ремонтная машина в пути, сэр. Отремонтируем. Прекрасно, Паркер. Сейчас каждая машина на счету. А теперь возвращайтесь. Ну вот, с ремонтом покончено. На юге есть еще один отряд. Выступаем. Паркер, держитесь поближе. Ремонтная машина выдвигается на позицию. Мы готовы. Выдвигаемся на позицию. Кстати, Паркер, я установил связь с группой огневой поддержки. Вы можете воспользоваться их помощью. Вас понял. Координаты получены. Начинаем обстрел. Ремонтники ждут приказа. Выдвигаемся на место. Yes, сэр. Мы готовы. Машина уничтожена. Противник заданной точки уничтожен. Заводи мотор. Выдвигаемся. Yes, сэр. Ремонтная машина в пути, сэр. Ремонтники отремонтируем. К бою готов. К бою. Веду ремонт. Ремонтная машина готова. Ремонтная машина в пути, сэр. Чёртовы русские, они повсюду. Хорошо, еще у них нет толкового командира. Огонь! Ремонт.
Двигай. Едем. Yes, сэр. Следуем заданную точку. Мы готовы. Отремонтируем. Зулус на связи. Координаты получены. Открываем огонь. Артиллерия готова. Артиллерия нанесла удар. Конец связи. Ремонтный. Едем, сэр. Мы готовы. Едем, сэр. Артиллерия на месте. Yes, готовы выступать. Двигаем гусеницами. Ремонтная машина в пути, сэр. Вижу цель. Заводи мотор. Меряем по... Заводи мотор. Ремонтный. Вперед! 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 Вас понял. Задание подтверждаю. Конец связи. Ремонтная машина выдвигается на позицию. Слушаю, сэр. Ремонтники на месте. Прямое попадание! Отличные координаты! Yes, сэр. Мы готовы. Тяжелая артиллерия. Выдвигаем. Движемся, сэр. Yes, сэр. Уже идем. Готовы выполнить приказ. Ремонтная машина в пути, ремонтный сэр. Ремонтный транспорт. Веду ремонт. Готовы выполнить приказ. Отремонтируем. Зулус, вас понял. Огонь на поражение. Конец связи. Yes, сэр. Мы готовы к бою. Веду ремонт. Готовы обеспечить мощную огнеприка. Противник заданной точки уничтожен. Мы готовы к бою. Брэдли меняет позицию. Подвигаемся. Чёртовы русские, они повсюду. Хорошо еще у них нет толкового командира. Огонь! Цель зафиксирована. Мы ждем приказов. Паркер, хорошо, что вы здесь. Неплохо справляетесь. Теперь нужно починить эту груду хлама. Ремонтная машина. Вы знаете, что полковник свободно говорит по-русски? Наверное, еще до Вьетнама его выучил. Сначала открывайте огонь по тяжелой технике! Наверное, они не могут связаться с командованием. Слишком беспорядочно действуют. Но я удивлен. Мне казалось, советская военная доктрина не поощряет личную инициативу. Они что, не собираются сдаваться? Перебейте их всех к чертям! Паркер, разберитесь с машинами, пора уходить отсюда! Выполняем приказ. Вас понял. Задание подтверждаю. Конец связи. Ремонт. Ремонтная машина. Ой, мы на прицеле. Выдвигаемся на позицию. Мы защитим вас. Сейчас мы все починим. Противник потерь не понес. Ремонтная машина Откуда готова. Взяли эти координаты? Орел, всем соединением. Выйдите со мной на связь. Полковник Сойер, сэр. Уэбб на связи. Орел, всем соединением. Точка сбора, квадрат К-29. Все соединения под моим командованием. Веду ремонт. Орел, прием. Орел! Ладно, Паркер, вы слышали приказ. Нужно перейти на тот берег и двигаться на юг. Выступайте! Ремонт. Едем, сэр. Движемся. Выдвигаемся. Ремонтная машина. Выдвигаемся. Вас понял. Координаты получены. Начинаем обстрел. Готовы обеспечить. Yes, сэр. Уже идем. Ведем огонь по цели. Противник в заданной точке ликвидирован. Ремонтный транспорт меньше. Выдвигаемся на позицию. Да, это серьезные силы, но надеюсь, мы с ними справимся. Целься! Огонь! Быстрее! Заводи мотор. Противник уничтожен. Приказ открыть огонь. Зулус, вас понял. Огонь на поражение. Ремонт конец связи. Начинаем ремонт. Слушаю. Приведем в порядок. Мы ждем приказов. Черт, наверное, это те, кто уцелел после атаки на Cascade Falls. Их слишком много. Отступаем! Орел вызывает Уэбба. Слышите меня?
Доложите обстановку! Слышу вас отчетливо, полковник! Со мной Паркер. Мы примерно в 8 километрах от точки сбора. Похоже, мы столкнулись с основными силами Советов. Конец связи. Вас понял. Держитесь. Я обеспечу поддержку. Будет сделано, полковник. Конец связи. Паркер, пока мы ждем, займитесь ремонтом техники. Ремонтная машина в пути, сэр. Мы готовы. Ремонтная машина в пути, сэр. Мы готовы к бою. Отремонтируем. Ремонтники на месте. Веду ремонт. Ремонтный транспорт готов. Отремонтируем. Веду ремонт. Паркер, этот вертолет работает как наводчик. Обстрел может начаться в любую минуту. Вам нужно отвести войска на другие позиции или следовать за мной. Выдвигаемся взад. Ремонтная машина в пути. Двигаем гусеницами. Едем, сэр. Ремонтная машина выдвигается. Выдвигаемся на позицию. Что вы там застряли, Паркер? Уходите живее! Yes, сэр. Следуем заданную точку. Зулус, вас понял. Огонь на поражение. Конец связи. Ремонтники на месте. Противник в заданной точке ликвидирован. Орел на связи. У вас будет огневая поддержка и поддержка с воздуха. Надеюсь, это вам поможет. Отбой! Вы слышали, Паркер? Определяйте цели, а я соберу людей. Начнем с зачистки берега. Ремонтная машина в пути, сэр. Зулус на связи. Координаты получены. Открываем огонь. Ремонтный транспорт готов. Прямое попадание. Отличные Едем. Координаты. Зулус на Нет, связи. Следуем Артиллерия за нанесла удар. Понял. Снежок выдвигается к цели с кассетными бомбами. Двигаемся. Зулус, вас понял. Огонь на поражение. Конец Ремонтный связи. Ремонтный транспорт готов. Выдвигаемся. Снежок на связи. Противник потерь не понес. Приказ понял. Начинаю артобстрел. Ремонтники на месте. Двигаем гусеницами. Паркер, вам бы служить наводчиком артиллерии. Так, давайте-ка ударим по этому бродячему цирку. Все уничтожено. Ремонтный... Едем. Двигаемся. Вас понял. Задание подтверждаю. Конец связи. Машина готова. Отлично. Артстрел. Танк готов. Цель зафиксирована. Противник в заданной точке не ликвидирован. Мы готовы, двигаемся. Едем. Выдвигаемся. Выдвигаемся. Паркер, остальные там. Черт, они же контратакуют. Прежьте им как следует. Вас понял. Координаты получены. Начинаем обстрел. Ремонтный транспорт готов. Бою готов. Ремонтная машина в пути, сэр. Ремонтники здесь. Заданной точки противника нет. Вас понял. Открываю огонь. Отбой. Паркер, отряд русских пытается обойти нас с фланга. Займитесь ими. Понял. Выдвигаюсь к заданной точке. По
Бой во всех секторах! Нас обходят с флангов! Паркер, запрашивайте удар! Надо держаться! Цель подтверждаю. Огонь! Нас атакуют! Зулус на связи! Координаты получены! Открываем огонь! Я снижу! Противник уничтожен! Едем, сэр! Двигаем гусеницы! Едем, сэр! Противник! Черт возьми, русские получили подкрепление! Они готовы к обходному маневру! Бейте по ним! БТР вступает в бой! Вас понял. Выдвигаюсь к заданной точке. Отбой. Поддержит. Выдвигаемся в заданную точку. К бою готов. Ремонтная машина в пути, сэр. Уничтожена. Yes, сэр. Мы готовы. Ремонтная машина выдвигается на позицию. Двигаемся. Выдвигаемся. Едем. Движок на связи. Мы окружены. Должно быть, русские переправились выше по реке. Нас взяли в кольцо. Нам нужна помощь. Любая помощь! Они снова наступают. Паркер, защищайте фланг! Орел на связи. У вас есть поддержка артиллерии и авиации. Отправьте этих ублюдков в ад. Паркер, займитесь. Пусть шарашат по ним со всей дури. Противник, паркер на связи. К вылету готов. Отбой. Спасибо, что помогли с ремонтом, лейтенант. Двигаем гусеницы. Вперед! Леопард, противник заданной точки уничтожен. Отличная работа, Паркер. Вы полностью уничтожили отряд, пытавшийся обойти нас с фланга. Отличное попадание. Им здорово досталось. Я смотрю, вы действительно кое-что умеете, Паркер. Вы учились в артиллерийской школе? Артиллерия ведет стрельбу. Вас понял. Задание подтверждаю. Конец связи. Мы на прицеле. Вас понял. Координаты получены. Начинаем обстрел. Цель уничтожена. Начинаем ремонт. Прямое попадание. Отличные координаты. Мы на прицеле. Ремонтик. Выдвигаемся на место. Противник потерь не понес. Откуда взяли эти координаты? Вас понял. Доставляю бомбы. Вас понял. Выдвигаюсь в заданную точку. Ремонтники, приведем! Техники в пути, ждем приказа. Приведем в порядок. Ремонтники, начинаем ремонт. В заданном квадрате все уничтожено. Начинаем ремонт. Я ангел. Противник в заданной точке уничтожен. Мы на прицеле. Ремонт приведем в порядок. Арт-удар результатов не дал. Мы несем потери. К точке сбора. Двигаем гусеницы. Прекрасная работа, господа. Форт Теллер в безопасности. Сбросим-ка русских в океан. Ремонтная машина в пути, сэр. Майк! Кто-нибудь видел капрала Томпсона? Эй, Пи! Ты видел капрала Томпсона? Эй, Янс! Я здесь! О, как ты, старик! Отлично! Вот ты где! Я тебя искал, прости, все уже закончилось. Где ты был? Даже не знаю. Мы шли к Эйскет Фоллс, потом бах, и я уже на носилках. Врачи говорят, я скоро поправлюсь. Ты слышал о Беннане и его отряде? Да, несчастные парни. Ребята, пора. Эй, Анс, спасибо, что пришел. Ладно. Да я просто хотел забрать твой CD-плеер. Иди к черту. Встретимся на месте. Пока.
Вы сказали, что все будет тихо. Мистер президент, мы полагались на имеющиеся сведения. А в этом правительстве хоть кто-то в чем-то осведомлен? Так они идут. И как мы их остановим? Есть два варианта. Снять две дивизии из Европы и отправить их в Сиэтл до подхода китайцев. Европе конец, а нам крышка. По всей вероятности. Второй вариант. Дождаться высадки китайцев и ударить по ним ядерной боеголовкой. Дождаться высадки? Высадки в Сиэтле? Да, сэр. Вы предлагаете стереть с лица земли огромный город. Генерал, там остались десятки тысяч жителей. Мистер президент, это самый верный шанс. Иначе мы рискуем потерять все. Кто у нас есть рядом с Сиэтлом? Пара потрепанных батальонов, те, что дрались в Кейскет-Фоллс. Но город взять они не смогут. Могу отдать приказ, но я бы на них не надеялся. Генерал, отдайте приказ атаковать. Если бойцы не справятся... Пусть будет ядерный удар. Мистер президент, мне очень жаль, что так вышло. Ему жаль. Все, генерал, вы свободны. Пока мы пытались прийти в себя и перегруппироваться, пришли сведения о том, что в войну вступил Китай в союзе с СССР. Китайский флот вторжения на всех парах шел к Сиэтлу и собирался высадить войска на русском плацдарме. Миссури потопили у берегов Британской Колумбии, и остатки Тихоокеанского флота вряд ли могли противостоять китайцам. Так что мы двинулись на запад, к Сиэтлу и главному оборонному периметру русских. Уэбб сказал, людям надо дать денек отдыха, а полковник ответил, что нам нужно спешить. Мы все поняли, когда узнали о резервном плане президента. Но мы же весь город так уничтожим. Это наш единственный шанс в случае неудачи. Вас понял, генерал? Сделаем. Отбой. Капрал, началась какая-то другая война. Что? Ничего. Кстати, Баркер, я установил цель. Идите сюда. Сегодня мы прорвем их оборону. Если китайцы проведут высадку по Сиэтлу, нанесут ядерный удар. По Сиэтлу, сэр? Наш промах в Кейскейт-Фоллс по сравнению с этим загородная прогулка. Сэр, в Кейскейт-Фоллс не было промахов. Если мне приходится сбрасывать ядерную бомбу на собственную страну, я называю это чертовым промахом. Подобного не повторится. Собирайте людей. Ждите приказа. Давай в штаб. Как можно скорее. Yes, sir. Веб, вам поручается лобовая атака. Паркер нанесет удар с юга. Если захватим этот город, то сумеем прорвать периметр русских. Мы должны взять город сегодня же. Любой ценой. Сэр, в лобовой атаке погибнет много бойцов. Может быть, я обойду их с севера? Уэбб, у нас мало времени. Начинайте атаку. Сэр, отправляю второй взвод на захват моста. Паркер, двигайтесь на юг к старой церкви. Вероятно, вы встретите ожесточенное сопротивление. Конец связи. Потерял второй взвод. Мост разрушен артиллерией. Жду ваших распоряжений. Отбой. Проявите инициативу, чтоб вас! Двигайтесь на север, обойдите врага с фланга! Вас понял, сэр. Конец связи.
Беру вражеские танки на прицел. Отбой. Вас понял. Выполняю наведение на танки противника. Ремонт, идите на месте. Веду ремонт. Танки ликвидированы. Отбой. Выдвигается на позицию. Заданы неверные координаты. Отбой. Это анонс. Что цель не поражена. Конец связи. Выдвигаемся. Нет, сэр. Направляемся к периметру. Мы подъедем. Выдвигаемся. Церковь наша! Занимайте оборону! Ждем приказа. Меряем позицию. Запущен противотанковый снаряд. Готов выполнить поручение. Быстрее! Открыть огонь! Бой будет сделан. Двигаемся. Заводим огонь. Быстрее! Выдвигаемся на место. Ремонтный транспорт. Ремонтная машина в пути. Бою готов. Ремонтируем. Ну, наконец-то! Уэбб, ваш доклад! Полковник, у нас идет бой! Свяжусь с вами позже! Уэбб, прием! Черт! Маркер! К вашей позиции идут советские бомбардировщики! Немедленно уходите! Вперед! Вперед! Выдвигаемся! Лейтенант, немедленно выдвигайтесь к реке! Двигаем гусеницами! Медленно наверх. Выдвигаемся. Похоже, русские бросили в бой все резервы, но им это не поможет. Паркер, двигайтесь в южную часть города. Закрепитесь там. Уэбб продолжит атаку на севере. Паркер, действуйте решительнее. Мы должны захватить этот город и сегодня же выступить на Сиэтл. Приближаемся к противнику. Русские бойцы не зеленые новобранцы. Похоже, это ветераны. Да, капитан, вы правы. Противника нужно уважать. Если мы забудем об этом, война будет проиграна. Веду ремонт. Мы готовы к бою. Двигаем гусеницами. Выдвигаемся на место. Выдвигаемся на... Двигаемся. Выдвигаемся. Растрясем гусеницы. Паркер! Похоже, их командир поджал хвост и дал дёру. Он движется на юг в гражданской машине. Если удастся, убейте его. Конец связи. Вас понял. Доставляю бомбы. Ремонт отремонтируем. Нет, выдвигаемся на позицию. Двигаем гусеницами. Орудие к бою готово. Веду ремонт. Квадрат расчищен. Конец связи. Ремонт. Едем, едем. Движемся. К бою готов. Нет, сэр. Невозможно. Выдвигаемся на позицию. Двигаем гусеницами. На связи Уэбб. Мы прорвали первую линию обороны. Русские отходят в восточном направлении. Начинаю преследование. Конец связи. Выдвигаемся на позицию. Движемся. Едем. Едем. Отличный выстрел. Нашли его. Заводим оттуда. Вас понял. Беру вражеские танки на прицел. Отбой. Быстрее. Техники в пути. Иначе потеряем Сиэтл. Я не допущу еще одного поражения. Слушаю, сэр. Двигаем. Заводи мотор. Эд, двигаем. Двигаем. Едем. К бою готов. Едем, сэр. И мой попадание. Нет, сэр. Следуем. Бою готов. Противник. Выдвигаем. Ждем приказа. Выдвигаемся. Заводи мотор. Нас атакуют. Зулус вас понял. Огонь на поражение. Конец связи. Выдвигаемся. Ремонтная машина в пути, сэр.
Двигаемся. Бой готов. Прямое попадание. Отличные координаты. Ремонт. Заводи мотор. Подвигаемся на место. Вражеский танк горит. Быстрее. Идем на штурм Крифа. Движемся. Связь поражена. Ес. Готов. Техники в путь. Провожу ремонт нашим машинам. Мы готовы к бою. Аркер! Русские намерены обстрелять наши позиции из тяжелых орудий. Немедленно покиньте эту зону! Двигаемся в заданную точку. Танк уничтожен. Абрамс готов к бою, сэр. Противник в заданной точке ликвидирован. Мы ждем приказа. Открыть огонь! Это Абрамс. Выдвигаемся. Бою готов. Иду ремонт. Захватите позицию! Покажем. Паркер, ведите своих людей через мост на север. Yes, сэр. Мы готовы. Растрясем гусеницы. Вас понял. Беру вражеские танки на прицел. Отбой. Yes, двигаемся. Выдвигаемся. Солдатик спекся. О, черт. Сорван еще один мост. Паркер, найдите другую дорогу. Двигайтесь на восток, к лесопилке. Конец связи. Паркер, мы уже и так задержались. Как можно скорее двигайтесь к лесопилке. Паркер может напороться на пехоту, ее в этих лесах навалом. Полковник, нужно опасаться засад.
При необходимости он с ними справится. Паркер, вы меня слышите? Не останавливайтесь ни перед чем. Отбой! Орел на связи. Вам на помощь идет звено вертолетов. Они обеспечат огневую поддержку. Отбой. Уэб на связи. На севере столкнулись с тяжелыми танками русских. Вы наступаете? Я все возможное, чтобы прорваться. Они заняли оборону и хорошо держатся. Вас понял, капитан. Попытаюсь оказать вам поддержку с воздуха. Почему мы не продвигаемся вперед? Действуйте, черт бы вас побрал! Наступление идет не так, как мы планировали. Полковник, если я попробую нажать, то могу потерять все. Джеймс, вы меня еще никогда не подводили. Надеюсь, не подведете и сейчас. Орел, Уэб на связи. Мы только что столкнулись с крупными силами противника. Мы ведем огонь, но их слишком много. Вы сломили их сопротивление. Теперь закрепитесь в этом районе. Капитан, я полагаюсь на вас. Вы справитесь. Единственный возможный путь – вперед! Ремонтный транспорт готов. Мы готовы. Выдвигаемся. Абрамс, двигаемся. Великолепно. Я отдаю под ваше командование батарею залпового огня. Орел, на связи Уэб. Русские выслали к лесопилке легкую бронетехнику. Вы поняли, Паркер? Русские не должны захватить лесопилку! Окопайтесь там! Держите оборону! Ремонт, меняем позицию, сэр. Вперед, приведем в порядок. Вперед! Вас понял, нужно пойти. Меняем позицию, сэр. Вас понял. Нужно пойти в район. Заводим оружие, жена. Противник убит. Вас понял. Координаты получены. Начинаем обстрел. Цель поражена. Это Абрамс. Жду приказа. Отличные координаты. Паркер, похоже, вы уничтожили эту группу. Лесопилка в наших руках. Уэб на связи. Дамба захвачена. Мои бойцы начали переправу. Вовремя, черт побери. Паркер, мы их окружили. Прорвите линию обороны противника и двигайтесь в город. Уэб вас поддержит. Это Абрамс, готовы. Отправляю в ваш район авиацию. Конец связи. Ремонтная машина в пути, сэр. Бар, выдвигаемся. Мы отремонтируем. К бою готов. Мы выдвигаемся на место. Двигаемся. Вас понял. Сканирую заданный квадрат. Отбой. Двигаемся. К бою готов. Готовы. Вас понял. Нужно провести ремонт. Ремонтный транспорт готов. Мы веду ремонт. Разведка завершена. Отбой. Это потери. Что там? Выдвигаем метель на данном транспорте. Двигаем гусеницами. Пошли метель. Поражена. Давите их, парни! Крылатая смерть! Противник получил свое!
Отбой! Так, убит. Абрамс готов. Нет, бой, сэр. Отремонтируй. Веду ремонт. Бой, выдвигаем. Ремонтная машина в пути, сэр. Орудие к бою готово. Танки ликвидированы. Отбой! Абрамс ведет огонь по врагу. Враг на прицеле. Мы уничтожили вражеский. Едем, сэр. Нет, сэр. Выдвигаемся. Выдвигаемся. Идем дальше. Орел, мы прорвали оборону противника. Входите в город и зачистите нам все как следует. Отбой. Паркер, берегитесь. В зданиях могут быть пехотинцы. Это Абрамс. Жду приказания. Орел на связи. Я только что говорил с полковником Уилкинсом. Его батальон на юге слишком далеко, чтобы прийти нам на помощь. Мы одни. Но мы должны победить. Конец связи! Вас понял. Выполняю наведение на танки противника. Меняй путь вперед. Заводи мотор. Мы его выдвигаемся. Заводим враги на прицеле. Охотник на связи. Прочитал полевой район. Отбой. Вас понял. Приступаю к напалмовой помощи. Дайте им жару! Площадь. Русские повсюду.
Паркер, вам придется ими заняться. Если они не сдадутся, их следует уничтожить. Это понятно? Получен приказ бросить напал. Очистите квадрат. Танк ждет ваших распоряжений. Выдвигаемся на подъезд. Готово выполнить приказ. Двигаемся. Следуем в точку сбора. Это в 150 километрах отсюда. Идем ночью, едим на ходу. Конец связи. Отбой.